Cover Fire вышла на ПК. Это просто легенда. Я хочу записать этот видеоролик для вас. Надеюсь, он вам понравится. Эта игра просто невероятно популярна у меня на канале. Поэтому прожми Лукас и, конечно же, приятного тебе просмотра. Так, у нас просто неимоверно резко начинается первый акт. Ну и, конечно же, надо проходить, потому что врыв просто неимоверный. Прям с той же секунды, как мы запустились, пошел врыв и гейминг. Так, ну что ж. Первое достижение получено, первая миссия выполнена. Она, естественно, очень легкая, потому что, ну, это... Это обучение. Без обучения просто никак. Так, выберите награды. Давайте мы выберем награды, пооткрываем наши карточки. И посмотрим, что нам тут выпало. Так, размер магазина 3 из 5 у нас, укрытие 1 из 5, ну и бабосик. Бабосик нам сейчас понадобится 100%. Так, идем дальше. Раздел 1-2, ворота. Так, поехали, я готов. Так, я уж отвык так-то, я смотрю. От Cover Fire, потому что, ну, непривычно, непривычно, просто максимальненько. Очень давно не играл, я думаю, вы уже успели заметить этот момент. Так, хорошо. Там надо бы как-то было освободить, скорее всего, я провтыкал, надо было прострелять. Скорее всего, на пятерочку я не смогу выполнить, но... Возможно, нам повезет, и мы все-таки сделали это. Сейчас будем смотреть. Так. Освободить гражданских я не освободил. Я бы хотел сразу же переиграть, по идее. Должно быть возможным. Так. Окей, окей, окей. Окей. Дайте, пожалуйста. Нет. А сейчас не дадут мне возможности переиграть, но она будет в дальнейшем. Это 100%. Так, окей, снайпер. Тихо. Тихо. Давай, покажись. Хорошо, отлично. Просто великолепно. Так, у нас тут еще есть. Я их прям-то сразу и не увидел. Промах. А это... Белиссимо. Прям в яблочко. Хедшотик. Великолепно. Это мне определенно нравится. Так, уничтожить двух противников. Да что ж такое? Слушай, опять я не выполнил на все... Да ладно. Ну что, переиграем. Переиграем. Надо обращать внимание на задания, которые ставятся. Так, не, ну слушай, на ПК, конечно, поприятнее играть, нежели играть через эмуляторы, потому что оптимизация гораздо выше. Так, покончить со всеми, уничтожить технику, освободить всех граждан. Хорошо. Тихо. Ты куда намылился-то стоять? Граждан, как мне освободить? Я... Не вижу, что мне нужно взломать, чтобы освободить граждан, если честно. На данный... Ага, вот сейчас вижу, окей. Так, сейчас активен этот замок. Работать будем, нет? Чё ждем? Очень что-то он долго работает в этот момент. Но прорисовочка и графика прям на высоте. Все как мы любим в этой игре. Так, ну здесь я все выполнил. Но здесь мне должны дать 5 из 5. Так, можем увеличить размер магазина. Давай улучшаем, конечно же. Так, пошла жара. Есть такое дело, хорошо. Так, каждый раз при получении и улучшении навыка, ну это мы знаем, мы уже профессионалы. У меня видос по Cover Fire на канале набрал 98 тысяч. Come on, man. Так, это мы сделали. Special пак я не буду покупать, естественно. Но сейчас я разговариваю с разработчиками Cover Fire. И, скорее всего, я получу хороший контракт. И мы будем партнерами. Будем партнерами Cover Fire. И будем анонсировать и предоставлять все в лучшем виде, которым только можно. И, конечно же, впервые остальных. Работаем. Работаем, девочки. Мы тут работаем. Так, я опять-таки с заданием не ознакомился. И, скорее всего, я его не выполнил. Потому что надо было через баррикаду убить двоих сразу.
И, скорее всего, в этот момент только что я допустил ошибку. Так, ну, в принципе, нормас. Пятерочку выполнено. Все-таки не зря я потом разбил. А мне все-таки засчитали. Некий чит я сделал сейчас, потому что, ну, я-то не убил. По факту не засчитано должно быть. Так, снайпер, хорошо. Что у меня тут за задание? Покончить со всеми противниками, два противника одним выстрелом, сразить одно в голову. Хорошо, кого мы сразим? Давай вот так вот. Вроде получается. Хорошо. Браток, живи! Вот снайперами работать просто великолепно. Не знаю, мне вот снайпер это мое. Вот я рожден был быть снайпером, и у меня это просто великолепно получается. Поэтому почему бы не играть именно за него. Так, хорошо, открываем все боксы, что нам тут так. Хилочка выпала, размер магазина. Вот, размер магазина у меня прям плотно идет, я смотрю. Уничтожить летящую гранату. Завершить миссию, добейте 60% точности. Так, а как я буду уничтожать летающую гранату? Так, давай. Хорошо. И сразу же его я и убил, отлично. Так, есть. Там хедшот не записали в копилочку. Так, не, ну слушай, вот этот парень точно умирает первым. Тихо. Хорошо. Аккуратненько, аккуратненько. Нам надо 60% точности выписать. Есть такое. Прям, мне кажется, сейчас не было 60% точности. Но в целом, я неплохо пострелял. Поэтому я считаю, что задание должно быть выполнено полностью. Ну, конечно. Конечно, полностью. Ну, как без этого-то? Открываем мои карточки, любимые. Давайте мне мой лут. Так, персонаж Владимир. Владимир, ну давай, Владимир нам понадобится. Так, Владимир у нас работает с РПГшечкой. Музыка к Владимиру, соответственно, такая же. Брутальная, как и он сам. Так, используйте 4 выстрела или меньше. Не наносите вреда местным жителям. Раз. Два. Эй, да как? 4 выстрела или меньше. Так это же невозможно. Получается. Я уже все. Куда же еще более точно сыграть, если, ну, раскидал, все нормально. А как ты живешь-то? Слушай, ты че? Настолько сейвят баррикады. Воу. Пришло время проверить. Прототип. Ра. Ну, конечно, 4 выстрела и меньше. Да как я использую 4 выстрела и меньше? Ну, там за баррикадами стоят. Так, звезды и навыки я мог там что-то улучшать, да? Помню, да. Хорошо. Денег хватает, денег не хватает. Coverfire, я жду ответ. Мне нужны ваши деньги, чтобы я делал еще более крутой контент. Так, получил это все дело, хорошо. 20-35, ну, у меня нету. Я бы с удовольствием так-то. Так, ну это могу улучшить, все окей. Хорошо. Пойдет. Это мне пойдет, это мне нравится. Так, все окей, да, получить сейчас за 3. Так зачем мне сейчас его получать? Я ж подожду. 45 секунд и все. Мы как раз пройдем с вами еще одну миссию. Так, да, давай. Поехали. Так, ну я уже понимаю, мне надо пулеметчика устранить. Слышь, мужик, ты тухнешь. Ты тоже. Come on, man. Ты новый стал, ты чё, охренел?
вообще опупел, мужик. Ты тут открыт. Ты знаешь, ты открыт стоишь. Алло, я тебе дважды сказал, что ты открыт под меня, мужик. Уничтожьте пулеметную пушку. Я уничтожал того, кто за ней стоял. Какая, в принципе, разница? Ужас. Слепые выстрелы. Глава первая, кстати, подходит к концу. Так, завершите миссию, не обнаруживайте себя, сразить тремя выстрелами в голову. Базару ноль, а чё? И даже ж первый. Что? Что? Да это же голова была. Игрок обнаружен. Вот говно. Он не умирает в голову с одного выстрела. Мне надо пушку качать. Что я сделаю? Как вообще можно не умирать в голову с одного выстрела? Ладно, тот был в каске. Я в шоке. Не-не-не-не-не-не-не. Мне это не нравится. Как это так должно происходить, что он не умирает с одного выстрела в голову? Где такое было видано? Выберите награду. Да выберу, конечно. Окей. Финальный босс. Площадка ада. Здравствуй, финальный босс. Я буду еще сложнее. Так, да, знаю, что сложно. Я вижу. Иди в жопу, козел. А чё, там дамаг не считается, что ли? Вроде как далеко был. А я не хочу, да, менять позицию, ничего. Сейчас мы ему снесем это все говно. А я на характере чисто. Мужики, чисто на характере. Характер мой не выдержал. Ну, а чё, тут надо качаться. У меня слишком слабый перс. По-другому никак просто. Вот финального босса даже не тащу. Ну, а чё делать-то? Ничего не сделаешь, ребят. Не забываем подписываться на канал. Это CoverFire. Возвращение на канале. У Нинави.